Лакчубубай, лабаджубубай, лакчузум, дарай, тададам, ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-лай, 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 ла-ла-лам. Ай ла 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 ли ла ла, ай ла 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 лу, ай ла 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 ла, ай ла 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 да 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 дум. А я жизнь люблю, а я жизнь люблю, а я жизнь люблю. И она меня, и она меня, и она меня, меня. Доброго здоровья! Алай дарай ти ди дум да дай, алалам да тай да 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 дам. Смотрите и слушайте все мои стихи. Они имеют особую силу, которая вас одарит здоровьем, счастьем, благополучием, возвысит. Итак, мы с вами поработаем вот с письмом. Что тут получается, что тут не получается? Здравствуйте, Петрович. Пишу вам, чтобы рассказать, как у меня дела. Правильно? Напомню, у меня были проблемы с запорами. Насчет запоров я написал целую книгу. Уже 4-й месяц сижу на правильном питании. Вот сразу же я даю рекомендации. И, так сказать, как это сказать, рекомендация, и из головы вылетело. Ну ладно, вы не сидите. Вот когда человек говорит, я сижу на правильном питании, это говорит о том, что вы вообще-то плохо относитесь к этому питанию. Из этой фразы чувствуется, что оно для вас обременительно. То есть комментарии, рекомендации сразу. Оно для вас обременительно. Поэтому вы, если что-то меняете, тем более в 4-й месяц, у вас должно быть положительное отношение к этим переменам, и вы должны с любовью, с пониманием относиться к этим переменам, приветствовать их, поддерживать их в себе и так или иначе находить малейшие улучшения со стороны вашего здоровья, самочувствия, настроения. И вот это все приветствовать, чтобы это начало на вас работать. А тут я не вижу, сижу. Ну, я тоже сижу. Ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лам. В то же время я парю. Ну, ладно. Ем цельнозерновые каши. Правильно. Свежие салаты. Нормально. И тушеные овощи. Свежие салаты. Здесь сразу же надо понимать, что у вас... Вот то, что вы едите, и смотрите то, что из вас выходит, чтобы это все переваривалось. Повторю, несмотря на кажущуюся полезность сырой пищи, не у всех она может нормально усвоиться организмом. А если она ненормально усваивается организмом, она не приносит того, что вы от нее ждете. Поэтому смотрите, ага, цельные каши хорошо, хорошо, жуем, довольны, тушеные овощи хорошо, хорошо, все. Свежие салаты покушали, что-то с животом там. Стоп, стоп, машина, задний ход. Делаю свежевыжатые соки, правильно. Свежевыжатые соки на основе морковного сока, на там с добавлением шпинатного сока, яблочного сока, яблочно-свекольный. Это те соки, которые
будут возрождать ваши слизистые оболочки, которые вы за годы жизни с запорами настолько могли иссушить разного рода слабительными средствами, что они перестали работать. И их надо напитать, их надо восстановить. Для этого требуется работа. Работа определенная. Вот тут соки очень хорошо себя зарекомендовали. Пью яблочный уксус. Ну вот насчет яблочного уксуса как-то я... Ну ладно, его там можно чайную ложечку выпить, нормально будет. Делаю массаж кишечника. Правильно. И упражнение на пресс. Правильно. Массаж кишечника очень хорошо. И упражнение на пресс. Пью тмин. Правильно. Так. А вот знаете, можно так сказать... А вот самого главного я-то и не увидел. Оказывается, ходьба, обычная ходьба ножками, раз-раз-раз-раз в течение, допустим, ну вот я хожу около 40 минут, 2 километра, там 40 минут, чуть больше, чуть меньше, когда там, это я только тренировка, я вот беру вот эти вот часы, вот у меня, видите, часы Apple Watch 6, и я, значит, одеваю, так я не одеваю, я чувствую, как они все-таки вредно действуют на мой организм, или он у меня чувствительный, электричество есть электричество, но я его одеваю, когда занимаюсь ходьбой, когда там куда-то там поехал, я одеваю, не без того, а так они у меня лежат, я их не сторонник там одеваю. Вот янтарь я одену, вот янтарь мне как-то приятно. Знаете, вот для руки приятно. Вот надевайте то, что вам приятно. Так. Так именно, ходьбы нету. За счет ходьбы у вас идут вот эти вот специальные инерционные усилия, которые помогают продвигать пищевую массу по желудочно-кишечному тракту. То есть она, как бы сказать, создает вот этими вибрациями, потрухиваниями, вот своеобразные импульсы для того, чтобы перистальтика лучше работала. Потому что я не знаю, сколько вы эту свою, грубо говоря, перистальтику насиловали этими самыми слабительными средствами, а потом думаете, что она заработает. Хотя за 4 месяца, ну, уже что-то должно быть. Так, дальше, значит, отметили. Ходьбы нету, ходьба должна быть. Это верное средство борьбы с запорами. Просто нормализует работу организма. Не то, что запоры, вообще нормализует. С марта через день делаю клизмы из упаренной урины. Выходят камни и много кала. За последние 2 месяца самой удалось сходить в туалет раз 7. А вот тут вот и ошибочка заключается в чем? Клизмы. Не надо делать клизмы. Тем более, из упаренной урины. Упаренная урина представляет собой солевой раствор, концентрированный, который, несмотря на всю ее полезность, подсушивает слизистую оболочку толстого кишечника. Он ее подсушивает. И представляете, что вы делаете с марта? Вы как зарядили март, апрель, май, июнь. О-о-о-о-о-о-о. То есть вы, не понимая, вот вроде бы такой полезной процедурой, как уриновая, значит, клизма с упаренной уриной, вы ее подсушили. Понимаете, что вы сделали? Вроде думая, что вы делаете полезное, на самом деле вы тем самым через день, тем более, через день вы сделали совершенно иное. Совершенно иное. Не надо было клизм делать. Вот знаете, вот вы решили избавиться там от запюров. Избавиться. Вот, значит, вот вы следуете, ходите, кушайте каши цельные, кушайте тушеные овощи, свежевыжатые соки пейте, проросшую пшеничку, там и массажики животика делайте, продавливайте. Плюс к этому, у меня в книгах есть очень важная вещь, это образно-волевые настрои. Как их составлять, я там написал в
целительных силах. И в основах здоровья, по-моему, написал. И, возможно, даже в очищении организма написал. Короче, посмотрите, составьте образно волевой настрой и хотя бы разочек утречком, когда вы встали, еще находитесь в постели. И, ложась спать, когда вы отходите ко сну, вы этот настройчик только раз и прочитали. Со всем уважением. Вот видите, вот какая-то часть вашего организма не работает. Она, знаете, вот такая вредная, это прямая кишка или толстый кишечник, такая, грубо говоря, там. Этакая, сякая и, грубо говоря, канализация не хочет работать. А она требует уважения. Вот у нас, у меня дом и выгребная яма. Если вовремя не удалить из выгребной ямы содержимое, то весь дом может наполниться зловонием. То есть это требует к себе уважения. Поэтому к любому органу, к тому же, толстому кишечнику, к прямой кишке, вы с уважением относитесь, с уважением, любовью. Говорите: мой толстый кишечник, я люблю тебя, я тебе забочусь, я тебя пою соками, что для того, чтобы восстановилась твоя слизистая оболочка. Я хожу, чтобы дать работу твоим ворсинкам, чтобы лучше сокращались мышцы. Я пою, принимаю проросшую пшеничку, чтобы свежая сила пшеницы напитала твои мышцы, чтобы они заработали. Милый мой толстый кишечник, ты приносишь мне здоровье, счастье, удовлетворение. Я так рада, когда ты работаешь. Работай, мой милый, а я для тебя стараюсь. Ем кашки, ем салатики, тушеные овощи, хожу, массажирую. И даже обращаюсь к тебе на «вы» с любовью и пониманием. То есть вот так вот обратитесь. Это может звучить, как бы сказать, какая-то там сказка или там кто-то тронулся. Но когда у вас не работает толстый кишечник, не работает. Он отравляет вам весь организм. Он отравляет вам вашу всю жизнь. Он отравляет вам вашу всю судьбу. Как без уважения не отнестись к нему? А? Подумайте над этим самостоятельно. Вам надо запустить его работу, поддерживать. Вам надо полюбить себя, полюбить свой организм, все, что в нем происходит, чтобы все работало. А не то, что, знаете, а, да, там что-нибудь заброшу, это заброшут, это вот я сижу на этом питании, та-та-та-та-та-та-та. И получается, что то, что не получается. Так, значит, за последние 2 месяца мне удалось сходить в туалет 7 раз. Я думаю, что можно это гораздо больше сделать. И я указываю на, где тут моя мышка, на ошибки вам сразу же, да? Вот что касается запоров. Недавно я решила почистить печень. Ну, хорошая вещь, хорошая. Если у человека имеются запоры, были запоры там, то его печень, это, знаете, сплошной какой-то кирпич. То есть та ткань печеночная, нежная, которая должна фильтровать, которая должна отделять, которая должна пропускать кровь, что-то там делать, вырабатывать желчь, она настолько забивается вот этими вот шлаками, которые всасываются. То есть что такое запор, я неоднократно говорю. Это вы не ходите, грубо говоря, 3 дня там, допустим, в туалет. А куда содержимое девается? Вы же 3 дня, 3 раза в день, а то и побольше, вы едите. Так вот это все всасывается, укроп, понимаете? Вот спустилось, грубо говоря, там, да, толстого кишечника, где-то не проходит. Всасывается вот это все в кровь,
И уже вот эти все эти шлаки, все эти отходы циркулируют по крови, и бедная печень должна очистить кровь для того, чтобы эта мяка, как она попала в организм. Она старается это все связать, и в итоге она превращается у кирпич нашпигованный вот этими вот шлаками. И их расшевелить не так-то легко и очистить, особенно когда были все эти запоры. Итак, 3 недели пила травы побуревой. А знаете, а вот эти вот травки-то, травки, вот желательно, если вы готовитесь к печени, сделать это как максимум, все зависит, конечно, от вашей конституции, от вашего возраста, от наличия вашей жизненной силы, там, каких-то там заболеваний, отклонений и так далее, максимум недельку. То есть, если вы противопаразитарно хотите почиститься, то тогда вы принимаете эти травки побуревой в течение, там, допустим, 2-3 недель. Это одно. И чистку печени можно тут и делать, и она не нужна. Вы работаете с паразитами. А если вы желаете расшевелить все это, больше недели не надо это делать. Потому что эти травки за счет своих жгучих, душистых свойств, они обладают свойством, опять-таки, что делать? Подсушивать организм, подсушивать. Запомнили это? Подсушивать. Так, затем 3 дня подготовки, пила мочу. Ну зачем ее пить, мочу? Вот как это самое, иногда там вот люди пишут, вот мочу там вы пьете, да вот лучше соду попить, лучше там и бобровую струю там или еще что-нибудь такое. Вы понимаете, когда она нужна, вот эта моча, что вы хотите с нее сделать, чтобы она вам там сделала? Потому что так ее пить без толку. Она может, а моча опять-таки подсушивает организм. Что делает моча? Моча подсушивает. И если вы ее хлебаете, вы ее подсушили. То есть ткани вашего организма стали более черствыми, более сухими. Можно так сказать. Так. Свекольно-яблочный сок. Свекольно-яблочный сок – это нормально. Делала горячие ванны – нормально. Но вот мочу не надо было пить. Надо было ограничиться максимум неделькой приемом вот этих вот травок побуревой. И перед этим надо было делать вот эти вот клизмы с упаренной урины, которые там всю засушили. Засушили вы себя, видите, не понимаете, что, чего и как работает. Так, сделано это 28 июня в день Икадаши. Ну, день Икадаши мощный, правильный, так здесь хорошо, нормально, да. Всего выпила масло 150 грамм и столько же лимонного сока, пила в 3 приема через каждые 15 минут, правильно. Меня вообще не тошнило, ночью не было никакого послабления. Не дожидаясь, пока сама схожу в туалет и сделала клизму, камни не вышли. На следующий день чистку повторил, опять никакого результата, что я делал не так. А знаете, вот вроде бы все так делали, но из-за того, что вы подсушили свой организм вот этими вот упаренной уриной, клизмами, то, что вы пили мочу, вот вы просто-напросто вот это масло и лимонный сок съели. Он у вас пошел, вот я такое слово говорю, как пластификатор, то есть для того, чтобы вот эти жесткие ткани стали более-менее такими мягкими, размягчились. Вот и все, что вы сделали. Что я сделал не так? Вот я вам и объяснил, что травы слишком долго принимали, они подсушили. До этого клизмы из упаренной урины подсушили ваш организм. И что еще? Ну, пила мочу тоже. То есть вот несколько факторов, которые наслаиваются один на другой, они вот приводят к таким вот результатам, когда процедура не удается. Итак, для того, чтобы вам избавиться от запоров, я рассказал.
где ваши недочеты, что там делать. Я думаю, все пойдет на лад. Пишите, рассказывайте, что у вас происходит. Я, если человек вот так вот описал свою проблему, хорошо, мощно, я, значит, отвечу. Разъясню, насколько я сам понимаю. Лапчук, дам-дам, лабаджум, дидум, лабачим, дарай, та-та-та-дай, тарай, та-ти, ра-та-тай, да-да, та-та-тай, тарай, да-да-да-дай. Живите в радости, живите, живите с радостью в груди, живите с ней, живите с ней, живите, вы. Как хорошо мне очень жить, как жизнь я люблю, она меня тоже любить. Лам-дам, да-дам, та-да-дам, да-дам, та-да-дай, да-рай, та-да-да-да, та-тай, да-рай, да-да-да-дай, да-дам, та-та-та-ра, та-та-та-та. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.